Тем временем в России царит бардак и беспредел, даже по их меркам. Как вы слышали, недавно у министра обороны Шойгу арестовали ближайшего соратника, замминистра Тимура Иванова. Того самого, кто курировал все военные стройки и миллиардные распилы бюджетов на них. Официально Иванова обвиняют в мелкой взятке, но по сути он стал жертвой аппаратных войн. Об этом сообщает издание «Досье». И вся вот эта якобы борьба с коррупцией – это не более чем очковтирательство. И главный конкурент и бенефициар этого ареста – лично вице-премьер Хуснуллин. Он уже давно метил под себя подмять вот эти миллиардные подряды на отстройку оккупированного Донбасса и Крыма. Хотя, казалось бы, у Хуснуллина и так активы на сотни миллионов долларов, элитная недвижимость во Франции, яхты, чего только нету. Конечно же, все он это заработал честным трудом на тех же распилах. Но самое главное, по данным издания, о коррупции все давно прекрасно знали, а силовики просто по команде подняли компромат из-под сукна. Вот такая вот борьба с коррупцией. Вот такие у них там разборки воров и коррупционеров.